Болезни Альцгеймера и Паркинсона могут привести к тому, что человек оказывается почти в полной изоляции. Но на этих особых танцевальных занятиях в австралийской Канберре фокусируется не на том, чего люди не могут сделать, а на том, на что они способны. Каждую неделю Джон Макнотон, который страдает от болезни Альцгеймера, а также его жена и опекун Мэри надевают танцевальную обувь и двигаются под знакомые мелодии. Очень много повторений и простых движений, все успевают. Никаких ограничений и оценок, только улыбки и дружеское общение. Я встречаю новых людей, узнаю об их проблемах, а еще узнаю, что иногда у меня получается очень неплохо. Все чаще в Австралии используют разные формы искусства в терапии при подобных хронических заболеваниях. Исследования показывают, что танцы, пение и художественное творчество оказывают положительное влияние на людей с атеросклерозом и болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Постоянное использование нейронных проводящих путей во время занятий помогает замедлить разрушение этих путей. Занятия проводит крупнейший в Канберре центр по медицинскому уходу. Он объединил усилия с культурным центром Бельконен. Занятия также включают походы в галереи и хоровое пение. Это намного лучше, чем сидеть дома, правда же? И по выражению лиц этих учеников видно, что все они согласны.